Всем привет! Как успешно ловить головля на спине? Не упарывайтесь в одну приманку, даже если это ваш самый уловистый воблер. Особенно, если вы точно знаете, что в точке ловли головль есть. И даже интересуется вашей приманкой, но не попадается, меняйте ее. 3-4 заброса, если поклевок нет, снова меняйте воблер. Воблер, который придется лобастому по вкусу, он атакует сразу. И его не надо долго уговаривать. Вот наглядный пример. Ах ты, блин, жопа. Промазала мелкая задница. Поклевка на первом забросе. Дальнейшие 5 забросов результата не дали. Хотя было и видно, что головль проявляет интерес к воблеру, но кушать его не хочет. Ах ты, блин. Поросяки. Меняю воблер, ставлю ФОП-32 и уже на втором забросе получаю уверенную поклевку головля. И так бывает довольно часто. После смены воблера получаешь поклевку на первых забросах. На этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Жук великоват для тебя, да, оказался? Попик. Да? Мелкий. Тихо, 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 тихо. Ну тебя. Куда-то. Иди сюда.